24 мая ежегодно отмечается День славянской письменности и культуры. Истоки этого праздника неразрывно связаны с чествованием святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей славян, создателей славянской азбуки. Всех жителей района с наступающим праздником поздравил благочинный церквей Славянского округа, настоятель Свято-Успенского храма, отец Митрофан. 24 числа церковь отмечает память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В этот же день, уже достаточно долгий период времени, мы также отмечаем еще и День славянской письменности и культуры. Хотелось бы сказать, что этот праздник, он особенно важен для нас в сегодняшнее время. Почему? Потому что, конечно же, основа нашего языка – это культурологическая основа, основана на христианских ценностях, которые заложили святые равноапостольные братья. Привнеся письменность славянским народам, они также принесли и веру Христову посредством распространения Евангелия в этих народах, ну и, соответственно, создание той письменности, которой, по сути дела, мы сейчас и пользуемся. В связи с этим хотел бы поздравить всех жителей Славянского района с этим праздником, с памятью святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Дай Бог, чтобы по молитвам святых равноапостольных Кирилла и Мефодия жители не только нашего района, но и нашего Отечества пребывали в вере, которую передали нам святые равноапостольные Кирилл и Мефодий и благочестивые наши предки, чтобы мы сохраняли веру, культуру нашу, что немаловажно в современных условиях и в той ситуации, в которой сейчас находится наша страна. В этот день приглашаю всех жителей района посетить храмы Божии, дабы помолиться святым равноапостольным Кириллу и Мефодию.